Знакомьтесь, Джейк Пиральта. Нью-йоркский детектив, который всегда в ударе. Убери этот мусор с моих глаз. И бывший капитан Рэймонд Холт, разжалованный за то, что не завершил офицерскую подготовку. Да, меня лишили всех достижений, и меня никто не уважает. В том числе мой пес. Чеддер? Нет. Да, теперь он приносит тапки только Кевину. Теперь, когда город утопает в хаосе, совершено покушение! Что? Эти едва ли герои. Убийца ушел туда. Объединяться. За мной к служебному выходу, чтобы покончить с преступностью. Стоять, полиция! И спасти Нью-Йорк. Эй, ты, я тебе плачу за работу, а не за говно! Чтобы убрать плохих ребят, нужно рискнуть всем. Но в 99-м просто так работают. И он такой, надеюсь, тебе нравится жить между домом Чарльза и Коннектикут-авеню. Мы поняли. Это из «Монополии». Ну, типа зависть. Короче, крутая реплика. Бруклин 99. Я хладнокровен и невозмутим. Боже мой, что это было?!